Вот, пожалуйста, полупрозрачный вон, да. Инвалидов есть тоже отдельная кабина. Можно даже на... Восемь государств СНГ из 11 откликнулись на приглашение приехать в состав миссии СНГ по наблюдению за выборами. Часть наблюдателей уже из стран СНГ прибыла, вот остальные прибывают сейчас. И всего мы планируем собрать под знаменами нашей миссии СНГ около 180 человек. Часть наблюдателей, всего 25 долгосрочных, уже разъехались по областям Республики Беларусь. Во всех областях у нас есть представители миссии СНГ, которые встречаются со всеми ответственными людьми в Беларуси в областях за организацию выборов. Первое впечатление у нас положительное об организации, скажем так, на местах. Хорошо оформлены традиционно. Хочу тоже отметить, в Беларуси хорошо оформлены избирательные участки. Созданы все условия для того, чтобы человек мог спокойно прийти, проголосовать без суеты, без проблем. Достаточно организована была проведена регистрация избирателей по местам голосования. Поэтому проблем, которые иногда появляются, не могут найти себя в списках, там, таких проблем мы до сих пор пока не зафиксировали в ходе досрочного голосования. Немало критиков этого досрочного голосования, но эта форма приемлема и широко распространена. Наша миссия здесь не видит ничего предосудительного, если люди приходят голосовать досрочно. Она удобна для людей. Это раз. И мы сейчас вот свидетели того, что белорусские избиратели достаточно активно голосуют досрочно. Если это удобно людям, почему это не делать? Да? Теперь, что хотелось бы еще сказать, что мы отмечаем, конечно, что накал политической борьбы в Беларуси вот в ходе этой кампании значительно выше, чем в ходе предыдущих выборов. Ну, что делать? Мы рассматриваем это как растущую активность избирателя. Хотели бы отметить вот широкие возможности для изложения своих взглядов и программ. Здесь такие возможности огромные сейчас. Мы по центральным каналам члена миссии видели выступления всех кандидатов в президенты. Они имели такую возможность выступить так. Кроме того, они имели возможность выступить и на общественных мероприятиях, и воспользовались большинство этой возможностью. Так что препятствий для агитационной работы, для изложения своих программ кандидатами мы не видим, считаем, что такая возможность предоставлена. Ну, а право выбрать, это, конечно, остается за избирателем. И мы, судя по той картине, которую мы сейчас видим, право избирателям отдать свои голоса за того кандидата, который им предпочтителен, это право соблюдено, обеспечивается всеми участниками избирательного процесса.